За изящными движениями огромный труд, ежедневные многочасовые тренировки. В словосочетании «танцевально-спортивный клуб» именно слово «спортивный» имеет решающее значение. Мы зарегистрированы в Федерации танцевального спорта России, в Союзе танцевального спорта Московской области с 2016 года. И спортсмены являются официальными представителями нашего региона, получают разряды мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и, соответственно, и другие. Танцевально-спортивный клуб «Фокус» был организован в 2016 году. За это время здесь смогли обучиться танцам порядка 600 человек. Воспитано несколько спортсменов международного класса. Иногда бывает жестко, бывает болят мышцы абсолютно все, бывает усталость постоянная, бывает все, но мотивация для любого спортсмена – это его результат на соревнованиях. Поэтому дети понимают, чем они жертвуют. Практически все свободное время дети проводят в зале, тренируются ради результата. Теперь в копилке наград танцевально-спортивного клуба «Фокус» еще один трофей. Второе место в престижных соревнованиях «Кубок сильнейших». Название говорит само за себя. В уникальном проекте после жесткого отбора приняли участие лишь 16 лучших российских команд. Даже понимая, что мы участники уже «Кубка сильнейших», все равно присутствовало большое количество волнений. И как с ним боролись? Никак. Старались поддерживать друг друга и все. Войти в тройку призеров нашим ребятам помогла не только подготовка, но и воля к победе и искренняя любовь к тому, чем занимаешься. Танцы – это моя жизнь. Я живу этим процессом. Я не могу без танцев. Всегда прихожу на тренировку с удовольствием. Мне нравится заниматься. Физическая нагрузка, атмосфера – вот все просто. Участники показали свои умения в различных номинациях. По итогам соревнований в командном зачете видновчане взошли на вторую ступеньку подиума. Все очень ответственно подошли к мероприятию. Никто даже близко не подошел к этому спустя рукава. Все были стопроцентно готовы. А то, что не выиграли первое место, ну, мы проиграли очень достойной команде. И очень-очень-очень достойную команду мы выбили в полуфинале, попав тем самым в финал. Поэтому будем дальше работать, чтобы в следующем году выиграть. И можно быть уверенными, и ребята, и их наставники приложат для этого все усилия. Танцоры клуба «Фокус» – неизменные участники различных городских мероприятий, что также помогает поддерживать спортивную форму. Кроме того, клуб ведет активную работу в социальной сфере. В рамках дополнительного образования любой ребенок может заниматься совершенно бесплатно. А также мы помогаем детям, чьи родители участвуют в специальной военной операции. Эти занятия проходят совершенно бесплатно. Поэтому мы приглашаем всех с удовольствием в нашу семью танцевальную. Оценить мастерство спортсменов из клуба «Фокус» жители Ленинского округа смогут на чемпионате Московской области по танцевальному спорту, который пройдет 27 сентября во Дворце спорта «Видное». Приходите поболеть за наших. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.